Всем привет, с вами Пенни Претц. И сегодня мы снова на изи-дропе. Ну, в принципе, ничего удивительного, потому что я говорю, что всю эту неделю мы будем на изи-дропе. Ну, или я буду на изи-дропе, а вы уже будете решать, смотреть вам эти ролики или нет, там, да? Ну, я-то в любом случае на нем буду. В общем, пополнил бали, как обычно, на 250, плюс промокод на 35%. Сейчас мы начнем все с фрикейса, да? Да, уже открыт, блядь. То есть ты уже открыт, сука. Пусть с тобой так. Тогда мы не начнем с фрикейса, потому что он уже открыт, и он, блядь, не дает мне вот открыть. Да иди ты нахуй. И не дает мне открыть. Значит, что? Значит, фрикейс я буду открывать уже вне видоса, да, то есть. И, наверное, какой-нибудь сок мне прям такой выпадет вне видоса, и я потом буду такой думать, ё-моё. Тактика какая? Ширпопея, попупея, блядь, да? Вот, давай-ка мы откроем. Блядь, у меня тут на него скидка какая-то ебучая есть там, да? А до скольки рублей? До 299 рублей у меня скидка есть. Нихуя себе. Ну-ка, если мы что-нибудь попробуем. Вот я могу случайно засекреченное открыть по скидке за 209 рублей, да? И у меня еще останется целых 100 с лишним рублей. Ну а что, давайте откроем, потому что мне написали в комментариях, что с таким балансом вообще не вздумай никогда открывать просто эти там 175. Ну хорошо, нет, я больше пробовать не буду, то есть проебал 30 рублей. Это 5 ширпокейсов. Я проебал 5 ширпокейсов. Беда, печаль. Давай, на оставшееся мы откроем, сколько нам хватит. Случайное. Не, ну, в принципе, нормально. Неглубокая могилка там. Мось, хремось. За 12 рублей, охуеть, да? С 29, 12, это сколько? В два раза меньше. Это как Виндетта. И вот эти еще... А, что, мы на понижение играем, что ли? Ну, тут еще на разок хватит. И что? Еще 12 рублей прилетело, да? 12,66. Ну, на разок. Ну, открывайся. Все, он скрипты поменял, сейчас мне... Это мне выпало? А, нет, это не мне выпало. Эх, беда. Вот она, да, мне выпала. И это тоже не моя была. Ветеран. За 5 рублей... Я охренею, вот это прям огонь, вот это прям огонь. Так, давай сразу 3 откроем, чтобы не затягивать, откроем 3. Посмотрим, как выпадет 3 серых скина. Вот, да, как я догадался, что выпадет 3 серых скина, да? Как я догадался. Ребята, сегодня среда. А это значит, что самое время объявить быстрый розыгрыш. А это тот скин, который будет разыгран уже завтра. В общем, что? Завтра будет разыгран вот этот вот статрек Юб Лунная Ночь прямо с завода. Прямо с завода будет разыгран Юб. Все, что вам нужно сделать, это быть подписчиком канала от одной недели и более. Написать под вот этим видосом комментарий. Минимум из 5 слов. Чем больше, тем лучше. Ну и, конечно же, лайкнуть этот видос. И завтра я уже выберу победителя. Ну, а я полетел дальше на изи-дроп. Дроп. Только зачем? Только спрашивается зачем. Зачем ты на него летишь? Я огорчаюсь, когда нельзя открыть фрикейсы. Я прям... Меня это... Подожди, откуда у меня столько скинов? Так, вот... Вот этот у меня для контракта. А вот это все на апгрейды, да, у меня? Ну, давай пошалим, посмотрим. Точно так же, все по 10%, ни больше, ни меньше. Блядь, не зашел. Хорошо, что не зашел. То, блядь, когда такой какахин бы такой зашел, это прям... Он и не туда, и не сюда, блядь. Его еще надо на раз на апгрейд пускать. Не зашел. Нормалды. Так, 10. Давай тебя.
Сигнал, Галя, сигнал. Галил, Аир, сигнал. Нет. Хорошенько. Хорошенько, хорошенько. А, ну тут две одинаковые, да? Давай тебя. И что? Нет, нет. Только, блядь, неглубокая могила выпала, да? Ну ты не в рот тебя ебать. Петушара. Петушара. Так, сколько у меня бабла по итогам трех дней? 750 вкинуто. 750 вкинуто. А сколько у меня? 655. Минус сотку. Минус сотка пока что у меня. Пока что у меня минус 100 рублей. Баланса нету. Это все у меня скины для определенных целей. Да, то есть для определенных целей. Поэтому я с ними ничего делать не буду. Вот такой, короче, получился короткий ролик с розыгрышем. Короче, ни о чем ролик с розыгрышем получился. Вот такая вот хуйня. В общем, ребята, вот у меня, короче, есть промокод. Пополняйте промокодом. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Смотрите видосы и побеждайте в розыгрышах. В общем, всем пока и до новых встреч.